считаю, что наши спортивные чиновники должны до последнего отстаивать наших спортсменов, потому что в силу возраста некоторые из них, кому по 16, 17, 18 лет, они в силу своего возраста не могут этот допинг использовать, и они не могут быть причастны к тем, знаете, как вот так вот делают, да, тем типа скандалам, которые были в Сочи. И почему мы должны лишать их счастья и удовольствия выступать на Олимпийских играх.